Я приветствую вас на канале «Мамина пекарня». Наконец-то настала долгожданная пора душистой зелени и свежих полезных овощей. Сделаем сегодня салат из отварного картофеля и редиса. Я люблю резать овощи в салаты покрупнее, так что нарежем редис на пластины. Одна небольшая морковка в этом салате больше для красоты, и нарезать ее надо тонкой соломкой. Чтобы нарезать длинную тонкую соломку, я обычно пользуюсь овощечисткой. Сначала нарезаю вот такие пластины, а такие пластины уже можно легко нарезать тонкой соломкой. Ну или на крайний случай воспользоваться тёркой для корейской морковки. Посмотрите, как здорово получилось! В сочетании с отварным картофелем я больше всего люблю укроп, а с яйцом зеленый лук. Так что выбирайте зелень по вкусу. Отварной картофель нарежем кружочками. Отварные яйца тоже нарежем тонкими пластинами, кружочками. Сюда же прекрасно впишется баночка зеленого горошка. Осталось только приготовить заправку для нашего вкусного салатика. Хочу напомнить, что пришла пора отдохнуть от тяжелых майонезных салатов. Так что заправка у нас будет на основе масла. Добавим туда чесночок и щепотку черного перца. Я называю это перечная заправка. И немного лимонного сока. Ну вот, в принципе, заправка наша готова. Добавим соль по вкусу. Заправим салат, перемешаем и будем подавать. Мой салат готов. Он без преувеличения не только вкусный, но и очень-очень полезный. Ставьте лайки, подписывайтесь. До новых встреч, друзья!